Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Каждый должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Каких, расскажут мои коллеги. 1 июня в Славянском районе официально открыт купальный сезон. А для того, чтобы он не был полон неприятных сюрпризов, спасатели просят жителей и гостей района быть предельно аккуратными на отдыхе вблизи водных объектов. На территории Славянского района купаться разрешается только в специально отведенных для этого местах. Это пляж-кемпинг в поселке Ачуево и городской пляж. Но еще несколько дней назад река протока разлилась и вода дошла до дамбы, из-за чего пляж был подтоплен. Сейчас, когда ситуация нормализована, там ведутся работы по расчистке территории. И уже совсем скоро городской пляж вновь будет встречать отдыхающих. Реки Кубань и протока сами по себе очень коварны. Имеют разные глубины с водоворотами. И не оборудованные, не проверенные места, особенно донная часть, угрожает жизни и здоровью. Поэтому к этому надо относиться очень серьезно. Не пренебрегайте правилами безопасности на воде. Из года в год повторяют спасатели. Самые распространенные случаи, которые приводят к травматизму и гибели на воде, это купание в нетрезвом виде. Ведь, как говорится, пьяному и море по колено. Основные причины несчастных случаев – несоблюдение элементарных мер безопасности. Спасатели аварийно-спасательного подразделения несут службу на городском пляже, регулярно в течение дня в пределах городского поселения, территории городского поселения, прибрежного поселения ведется патрулирование акватории реки Протоки, ведется профилактическая беседа с купающимися, вот, срезаются тарзанки, то есть то, что может повлечь несчастные случаи. Но все предпринимаемые меры будут бесполезны, если человек сам не задумается о безопасности. Для этого в нашем районе ведется активная работа с населением по предупреждению несчастных случаев на воде. Сотрудники управления по делам ГУИЧС не устают напоминать жителям, чтобы они были предельно бдительны и контролировали, где находятся их дети и как они проводят досуг в период летних каникул. Для всех родителей хочу сказать, чтобы, уходя на работу или занимаясь какими-то своими домашними делами, в обязательном порядке иметь контроль над своими детьми, не допустить гибели детей на водных объектах. В сельских поселениях Славянского района нет специально оборудованных мест для купания. Поэтому, если вы видите знак «Купаться запрещено», верьте ему. Если вы стали очевидцем несчастного случая, срочно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112. Уважаемые земляки, берегите себя и своих близких. Отдыхайте у воды без беды. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».